Ladies and gentlemen, in a few minutes you will see the documentary movie. When you look this film, keep in your mind that Russian people was the first victim of the communist tyranny. Керенка – маленькая речка в Пензенской губернии. Керенский – не родовое имя, а географическое уточнение. В начале 19 века местный священник первым стал подписываться Керенский по названию стоящего на речке уездного городка. Однако в 1940 году название Керенск было на всякий случай стерто с карты СССР. Городок переименовали в Вадинск и даже понизили в статусе до села. Поистине напрасный труд, ведь сам Александр Керенский на родине своих предков никогда не бывал. И на свет появился в другом городе, тоже, кстати, переименованном. Gouvernement de Simbirsk, le même nom. C'était en ce temps-là, à la fin du 19e siècle, très petite ville. Dans cette ville, en ce temps-là, mon père était le directeur de deux lycées, des garçons et des filles, et en même temps, le directeur de l'instruction primaire était M. Ulyanov, le père du fameux Lénine. Интересно, что Ленин и Керенский даже родились в один и тот же день, 22 апреля. Только Ленин по новому стилю, а Керенский по старому. Сегодня его день рождения приходится на 4 мая. А что еще мы знаем о Керенском, правителе России в самый переломный момент ее истории? В лучшем случае байку про бегство из Зимнего в женском платье. Сцена бегства Керенского, переодетого в сестру Милосердия, стала составной частью мифа о Великом Октябре. Он сказал: слушайте, ну у вас же есть умные люди в Москве, ну скажите им, ну пусть они перестанут писать, что я бежал из Зимнего дворца в женском платье. Ну не бежал я с Зимнего дворца в женском платье. Один из таких умных людей – историк из Ярославля Владимир Федюк. Он автор самой полной на сегодняшний день и самой объективной биографии Керенского, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Он был, быть может, самый яркий из персонажей этой эпохи. Я не говорю самый сильный, не дай бог. Я не говорю самый эффективный, но самый яркий. Ну и второе, само время, когда решалась судьба огромной страны, 100-миллионного народа, и человек, который мог ее решить, в какой-то мере решил. Утром 27 февраля из подъезда жилого дома на Тверской улице торопливо вышел, почти выбежал депутат Государственной Думы 4-го созыва Александр Керенский. В квартире осталась его жена, красавица Ольга, и двое сыновей – Олег и Глеб. Они еще не подозревают, что их совместной жизни пришел конец. Керенский вознесется слишком стремительно и слишком высоко, чтобы оглядываться на семью. До этого утра он был заметным, громким, хотя и не слишком уважаемым статистом на политической сцене. А к вечеру он окажется человеком всемогущим, незаменимым, вождем и лицом закипающей русской революции. Незадолго перед тем в Мариинском театре готовилась премьера оперы «Немая из Портичи». Поползли разговоры о том, что везде, где ставили эту оперу, немедленно начинались народные волнения и даже революции. Так было в Испании, Бельгии, Италии и Мексике. Исполнительница танцевальной партии, знаменитая Матильда Кшесинская, вспоминала, что в день премьеры всем артистам и зрителям было не по себе. На сцене совершалась революция, горел дворец, и все было озарено отблесками пламени, как бы предупреждая, что и нас ждет такая же участь, но уже не на театральной сцене, а в жизни. И действительно, не прошло и месяца, как свершилась революция.
Около половины девятого утра через боковую дверь, библиотечный подъезд, известный только посвященным, Керенский проникает в Таврический дворец. В здании царит истерическая атмосфера. Коллеги Керенского, господа депутаты, пребывают в полной растерянности. Столько лет они призывали бурю, а теперь, когда буря грянула, не знают, что предпринять. Один лишь Керенский всем своим видом показывает, что контролирует ситуацию и точно знает, что делать. Он действует наугад, как заядлый игрок, оседлавший удачу, переживающий свой звездный час. И события тоже развиваются стремительно и непредсказуемо. К Таврическому начинают стекаться вооруженные и тоже довольно растерянные толпы с красными бантами. Того и гляди, вспыхнут стихийные беспорядки. Тогда Керенский, никем на это не уполномоченный, наугад выбирает из толпы первых попавшихся солдат с оружием и назначает их в революционный караул. Так новая самозванная власть пробует установить контроль над происходящим. К 3 часам первого дня новой исторической эпохи чинная парламентская резиденция изменилась до неузнаваемости. Везде, в комнатах, коридорах, парадных залах и самых укромных уголках сидели, стояли и даже лежали сотни людей. Махорочный дым заставлял слезиться глаза, плевки и раздавленные окурки покрывали штучный паркет. Новые обитатели дворца мгновенно уничтожили все запасы еды и питья в парламентском буфете, заодно растащив серебряные ложки. Бывший депутат, а ныне член Временного правительства Василий Шульгин, оставил яркое описание этих первых часов новой революционной эпохи. «Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди. Живым, вязким, человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец. Залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением. Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица. Насколько их ни было, у всех было одно лицо. Гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски злобное. Сам Керенский вспоминает. «День и ночь я метался по Думе, как в трансе, то протискиваясь через плотные стены людей, то кружа по полутемным пустым коридорам. В изнеможении впадал в полуобморочное состояние на 15-20 минут, приходил в себя, выпив стакан коньяку или черного кофе. Время от времени кто-нибудь из друзей ловил меня на ходу или прерывал беседу, заставляя поспешно поесть». В эти же часы в одной из комнат Таврического с нехорошим номером 13 без лишнего шума обосновалась совсем другая компания, совсем другая власть, тоже никем не избранная и не уполномоченная. Совет рабочих депутатов. И так успешен и незаменим был в этот день Александр Федорович Керенский, что оказался приглашенным и в Совдеп, и во Временное правительство. Была, правда, одна загвоздка. Совет принял решение о неучастии во Временном правительстве. Но нельзя же отказываться от министерского портфеля. И с социалистическим советом ссориться невозможно. Ведь пока непонятно, чья возьмет. И тут Александр Федорович совершает поистине гениальный, неожиданный и совершенно неслыханный поступок. Внезапно он появляется в набитом до отказа зале и в его дальнем от президиума конце забирается на стол. Он обращается прямо к революционной толпе через голову сидящих в президиуме руководителей Совдепа. «Доверяете ли вы мне?» – выкрикивает бледный, как смерть, Керенский. «Если нет, я готов умереть!» Такого Россия еще не видела и не слышала. Это было ново. И, по-моему, просчитано. На это указывают многие детали этой сцены. Пока идет заседание исполкома совета, Керенского в зале нет. Он рядом, он за занавеской, он сидит, он прислушивается, вяло беседует с кем-то, стараясь в какую-то серьезную дискуссию не входить, но услышав, что выступающий закончил свою речь, Керенский появляется в зале. И здесь он совсем другой. Он не спокойный, каким был секунду назад, а уже возбужденный до крайности. Он идет по головам в буквальном смысле. Он обращается к толпе.
Опьяненная происходящим, разношерстная толпа и так готова хлопать любому оратору, лишь бы он повеселее драл глотку. А тут такое представление. Его выносят из зала на руках. Собственно, это ведь не решение вопроса, ни голосование, ни мандат. Но Керенский считает случившееся и тем, и другим. Отныне он министр юстиции Временного правительства и в то же время зампред совдепа. Балансируя как на канате, он пройдет между левыми и правыми на самый верх цирковой пирамиды. Эффектной, но такой неустойчивой. Вступление в должность министра юстиции тоже не обошлось без представления. Впервые приехав в здание своего министерства, Керенский начал с того, что пожал руку швейцару, открывшему дверь. Старый швейцар Моисеев, прослуживший на этом месте не один десяток лет, от неожиданности отпустил дверь, которую услужливо распахнул. И она с шумом захлопнулась прямо перед носом нового хозяина шуваловского особняка. Зато теперь перед ним открылись все остальные двери. И по широким лестницам петроградских правительственных особняков Керенский начал свое стремительное и роковое восхождение. Точнее, восхождение это началось 5 годами раньше, но тоже в феврале. Именно тогда начинающий присяжный поверенный Керенский сделал первые шаги по всероссийской политической сцене. А случилось это так. Ровно 100 лет назад на севере Иркутской губернии на приисках товарищества Лензолота трудились 1000 людей, тогда еще вольных. В недалеком будущем золото для страны будут здесь добывать люди в лагерных бушлатах. Но при проклятом царском режиме даже самый угнетенный работник не терял чувства собственного достоинства и права его защищать. В феврале в лавку на Андреевском прииске завезли мясо, которое оказалось кониной. Работники возмутились. Администрация не сумела мирно уладить конфликт. Цепь недоразумений и ошибок привела к человеческим жертвам. Пресса подняла небывалый шум. Правительство отрядило для расследования обстоятельств дела специальную комиссию под началом сенатора Манухина. В его честности и непредвзятости никто не сомневался. Но общественность, то есть петербургская и московская адвокатура, сочла необходимым послать на прииски собственную комиссию для параллельного следствия. Председателем комиссии был назначен Керенский. Путь к месту событий оказался долгим и мучительным. Вверх по Лене пришлось плыть на длинных крытых лодках-шитиках. Погода стояла скверная. Керенский сильно простудился. Но зато его имя впервые было у всех на слуху. Пока Манухин тщательно проверял факты и искал способы улучшить жизнь рабочих, Керенский, живший в домике напротив, строчил ежедневные отчеты в столичные газеты и зарабатывал политические очки. И как, кстати, случилась эта трагедия? Как раз накануне выборов в Государственную Думу. В том же году красноречивый защитник угнетенных был избран в Думу депутатом от уездного города Вольска, в котором никогда прежде не бывал. Керенский не сразу занял видное место среди звезд российского политического Олимпа. В Таврическом были свои знаменитые ораторы, свои властители дум. К тому же Керенский входил в не слишком авторитетную фракцию трудовиков. Его своеобразная внешность и манеры вызывали недоумение и насмешки. Впрочем, не так уж важно, что думали о Керенском коллеге, ведь главные пружины власти скрыты от глаз публики. В том же 912-м Керенский сумел войти в иную влиятельную структуру. Ее роль в судьбе Керенского не до конца известна, но, как говорят, весьма существенна. Керенский в этом вопросе не слишком многословен. Предложение о вступлении в масоны я получил в 912 году, сразу после избрания в 4-ю Думу. После серьезных размышлений я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение. Керенский возглавил думскую масонскую ложу. Кстати, должность его называлась «генеральный секретарь». Надо здесь уточнить очень любопытную деталь. Керенский был в ложе, где мужчины и женщины работали вместе, что абсолютно не соответствовало масонским ландмаркам, принципам масонства. Потому что женщина не может быть масонкой, потому что это тяжелая работа, так шотландцы говорят.
У них же была ложа очень своеобразная и очень секретная. Русское масонство накануне революции было очень серьезным клубом, местом общения влиятельных людей. И вот эти влиятельные люди как раз оказались в нужное время и в нужной ситуации. Не случайно, что, во всяком случае, в первом составе Временного правительства немалая часть министерских кресел была занята масонами. Даже не выискивая здесь руку каких-то там далеких дирижеров, но, тем не менее, политический клуб людей, хорошо знакомых друг другу и помогавших друг другу. Разве это не серьезное влияние? Еще определеннее выскажется позже хорошо осведомленный большевик Бонч Брюевич. Он был вспоен и вскормлен масонами еще когда он был членом Государственной Думы и был специально воспитываем ими в качестве наиболее подходящего кандидата на роль политического руководителя во время предстоящего движения за свержение самодержавия. Кстати, самодержавная власть заметила Керенского очень поздно, уже во время войны, в самый канун революции. В середине февраля он произнес с думской трибуны речь, в которой призвал к физическому устранению представителей власти. Это уже переходило все мыслимые границы. Возмущенная императрица, хорошенько не запомнившая фамилии оратора, писала государю: «Я надеюсь, Кедринского из Думы повесят за его ужасную речь. Это необходимо. Военный закон, военное время. И это будет примером». Но повесить Кедринского не успели. Да никто бы на это не отважился в лихорадке тех февральских дней, когда остатки здравого смысла оказались смыты потоками красноречия, а словесные излишества стали нормой. Барон Врангель, оказавшийся весной 17-го года в Петрограде, вспоминал: «Это была какая-то вакханалия словоизвержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом, в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя музыкальными номерами, какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул и начинал говорить. Ему отвечал другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прессы сплошь были заняты речами членов Временного правительства, членов Совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного рода делегаций. Темы были всегда одни и те же: осуждение старого режима, апология бескровной революции, провозглашение борьбы до победного конца». Впрочем, называя революцию бескровной, ораторы февраля либо проявляли неосведомленность, либо намеренно искажали факты. Кровь уже лилась вовсю. 28 февраля в Кронштадте за несколько часов было убито 3 адмирала и свыше 2 десятков офицеров. Страшными расправами были отмечены февральские дни в Гельсингфорсе. В самом Петрограде убийства на улицах стали обычным делом. А Керенский в эти дни бросает в толпу эффектные слова: «Революция не проливает крови». Вероятно, он действительно хотел так думать. Нелюбивший его Василий Шульгин отзывался о нем: «Актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением к крови в крови. Только вот он, словно умышленно, уничтожал все скрепы, делавшие государство прочным». I was in this time leader of this provisional government of Russia. Он разрушил прежнюю судебную систему. Провел поспешную амнистию, выпустив из тюрем тысячи заключенных, в том числе бандитов, которых остряки стали называть птенцами Керенского. И при этом арестовал царскую семью. Именно он санкционировал автономию Украины. А еще он добил воюющую армию, подписав знаменитую декларацию прав солдата. Солдаты получили право обсуждать приказы и даже выбирать командиров. Стоит ли удивляться, что через несколько месяцев некому будет его защищать? Очевидец, английский писатель и разведчик Сомерсет Моэм оставил о нем саркастическое свидетельство. Он произносил речи. Он произносил нескончаемые речи.
возникла угроза немецкого нападения на Петроград. Керенский произносил речи. Нехватка продовольствия становилась все серьезнее. Приближалась зима, топлива не было. Керенский произносил речи. За кулисами активно действовали большевики. Ленин скрывался в Петрограде. Он произносил речи. Но были в России люди, не склонные к многословию. Таким был самый популярный в стране и армии генерал, георгиевский кавалер Лавр Георгиевич Корнилов. 18 июля Керенский неохотно назначает Корнилова главнокомандующим и принимает его план спасения России. План, предложенный Корниловым, был краток и бескомпромиссен. Введение военного положения в прифронтовых областях. Это означало и в Петербурге, где безнаказанно безобразничали солдаты запасных частей, не желавшие отправки на фронт. Восстановление смертной казни за следующие преступления: измену, побег к неприятелю, бегство с поля сражения. Отмена всех революционных завоеваний, истребивших всякую дисциплину в армии. Этот план пользовался поддержкой других боевых генералов. Даже обыватели, уставшие от погромов и беспорядка, воспрянули духом. 14 августа новоназначенный главко Верх принял участие в многолюдном и представительном государственном совещании в Москве, где шла речь о будущем страны. Прямо на перроне Александровского вокзала известный думский оратор Родичев обратился к Корнилову: «Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас». Какие-то офицеры подхватили Корнилова и на руках вынесли его на привокзальную площадь. Героя войны встречали и чествовали так, как раньше встречали и чествовали только самого Керенского. Это не могло не привести к разрыву. Меньше чем через две недели Керенский объявит Корнилова изменником и союзников себе найдет самых неподходящих. Чтобы остановить Корнилова, Керенский вооружит советские отряды Троцкого. Предполагалось, что они вернут оружие после выполнения поставленной задачи. Этого не случится. Оружие вскоре будет обращено против временного правительства и его дальновидного председателя. Корнилов, который хотел лучшего, но действовал как солдат, не понимая, что иногда нужно уметь действовать как политик. И Керенский, который не мог решиться, не мог выбрать между порядком и свободой, между своим личным будущим и будущим России. Это удивительная, трагичная цепь ошибок. Причем ошибок, которые делали все. Здесь не один Керенский виноват. Наступала осень революции. Недавний кумир нации превращался в объект травли и язвительных насмешек. Питерские обыватели передавали из уст в уста сплетни и слухи о том, что он якобы заказал чайный сервиз с монограммой Александр IV, что он спит в Зимнем дворце в постели императрицы. Отсюда и прилепилось к Керенскому обидное прозвище Александра Федоровна. Великая страна билась в агонии. Распадался фронт, голодал тыл. В столице норма выдачи хлеба сократилась с 1,5 фунтов до 1/4 фунта на человека. Цены росли, как на дрожжах. Безудержная инфляция привела к нехватке бумажных денег. Еще весной в оборот были пущены думки, купюры достоинством в 250 и 1000 рублей. В сентябре появились бумажные деньги нового образца, номиналом в 20 и 40 рублей. Их сразу стали называть «керенками» в честь главы Временного правительства. Они были непривычно маленькие, чуть больше этикетки от спичечного коробка. Печатались новые купюры упрощенным способом и выпускались целыми листами. Нужное количество надо было вырезать ножницами. Выполнены «керенки» были в одну краску и не имели никаких средств защиты. По этой причине подделывали их все, кому не лень. Всего несколько месяцев назад московская фабрика Кучкина, известная изготовлением памятных знаков, отчеканила жетон с портретом нового министра юстиции. На обороте красовалась надпись: «Славный, мудрый, честный и любимый вождь свободного народа».
А вот теперь все изменилось. Поэт Бальмонт торопился его заклеймить. «Кем ты был? Что ты стал? Погляди на себя. Прочитай очевидную повесть. Те, кем был ты любим, презирают тебя, усмотрев двоедушную совесть. Ты не воля народа, ни цвет, ни зерно. Ты вознесшийся колос бесплодный. На картине времен ты всего лишь пятно, только присказка к сказке народной». А сказка народная была не за горами. После тайного возвращения Ленина из Финляндии большевики практически открыто готовят захват власти. 12 октября исполком Петросовета принимает решение об образовании военно-революционного комитета. Он станет штабом по подготовке восстания. А Керенский говорит английскому послу Бьюкинену: «Я желаю только того, чтобы они вышли на улицу, и тогда я их раздавлю». Но это не более чем актерская декламация. На деле он совсем устраняется от принятия повседневных управленческих решений, доверив это своему давнему приятелю масону Коновалову. Тот довершает дело сдачи власти большевикам. Отец сказал мне однажды, что всю революцию сделали 12 человек, которые переговорили по телефону с Троцким. Больше ничего особенного делать не пришлось. Вечером 24 октября в штабе Петроградского округа Керенский встретил комиссара Временного правительства при ставке Станкевича вопросом: «Ну, как вам нравится Петроград? Вы знаете, что у нас вооруженное восстание?» Сказано это было таким легкомысленным тоном, что Станкевич счел слова премьера шуткой и рассмеялся. А ведь к этому времени верные правительству войска контролировали только Зимний дворец, здание штаба Петроградского военного округа и Мариинский дворец, прилегающий территорией. Большевики же к этому времени держали в руках практически весь город. Утром 25 октября Керенский и Коновалов решили вернуться в Зимний дворец и хотя бы час отдохнуть. Оказавшись в своем кабинете, Керенский попытался собрать важнейшие бумаги, чтобы потом переправить их в надежное место, но рухнул на диван и закрыл глаза. Между сном и явью в состоянии близком к обмороку Керенский пролежал около часа. Один из юнкеров, стоявший на часах у кабинета, так описал последние минуты пребывания премьера во дворце: «Через открытую дверь я видел, как царский лакей в синей ливрее с красным воротником и золотыми галунами накрывал большой круглый стол для завтрака Керенского. Тусклый рассвет осеннего утра обрисовал белую скатерть с царскими вензелями и отражался на фарфоровой и серебряной посуде с черными двуглавыми орлами. Меньше чем через сутки сюда войдут победители и увидят: скомканный плед на диване, на столе недопитый стакан чаю в серебряном подстаканнике и раскрытый томик Чехова. Видимо, хозяин кабинета собирался вскоре вернуться сюда, а пока он спешил в Гатчину навстречу надежным частям, подхода которых все время ожидал. О женском платье, разумеется, не могло быть и речи. Он покинул Петербург на собственном автомобиле «Пирс Эрроу». За машиной премьера следовал одолженный в американском посольстве «Рено» с полосато-звездным флажком на ветровом стекле. Впрочем, переодевание все же имело место, но гораздо позже, в Гатчине, где премьер вместо обещанных верных частей нашел лишь новые неприятности. Тут представитель новой власти, большевик Дыбенко, предложил местному гарнизону обменять Керенского на Ленина, как он выразился, «ухо на ухо». С этим предложением казаки пришли к генералу Петру Краснову, но тот резонно заметил: «Пускай Дыбенко сперва доставит сюда Ленина, и тогда можно будет говорить». Но Керенскому было не до шуток. Он почувствовал, что его жизнь висит на волоске. Он оказался запертым в Гатчинском дворце с единственным выходом на площадь, забитую революционным сбродом, матросами и казаками, которые склонялись к мысли выдать его Дыбенко. Впрочем, нашлись среди них и сочувствующие. Переоделись они с подачи людей, которые помогали им, а в костюмы британских матросов. По другой версии, они переоделись в костюмы сербских солдат. Я не знаю.
Вид у Керенского получился довольно нелепый. Руки торчали из слишком коротких рукавов, бескозырка оказалась на несколько размеров мала и прикрывала только макушку. Лицо премьера скрыли огромные шоферские очки. Он вышел во двор, запруженный людьми. Ему повезло. Он благополучно скрылся и провел еще несколько месяцев на русской земле. И то, что он остался на свободе, настоящее чудо. Прожить при большевиках полгода, не имея опыта конспирации, и избежать арестов. Вообще, я, может быть, скажу вещь неожиданную, но ему всегда везло. При том, что это был человек, притягивавший несчастье, понимаете, символ неудачи, но лично ему везло всегда. Но не было в России политической силы, которая рискнула бы репутацией и приняла в свои ряды приносящего несчастье, растерявшего весь авторитет министра-председателя. В конце концов, друзья эсеры предложили Керенскому отправиться с дипломатической миссией к союзникам на Запад. Единственным способом выехать был путь через Мурманск, где стояли английские и французские военные корабли. Друг Керенского, английский разведчик Брюс Локкарт, достал ему документы бывшего сербского военнопленного Милутина Марковича. Однако Керенскому нужна была британская виза. Локкарт помог и тот. Поставил в паспорт Марковича свою личную печать. Это, конечно, была не виза, но все же какой-то штамп. В итоге Керенский покинул родину на британском тральщике с поддельным сербским паспортом. Это был еще один последний маскарад. Он оставлял в России в нищете и смертельной опасности семью, жену и двух сыновей, которым через полвека предстоит его хоронить. После революции люди говорили: вот кому достались все деньги, а у него даже счета в банке не было, и никогда не было собственного дома. Последняя квартира, которую он владел, была та, которую ему предоставили как члену Государственной Думы. Этот человек – последний, кто носит фамилию Керенский. Последний прямой потомок Александра Федоровича по мужской линии. Ни он, ни его сестра прежде не участвовали в съемках, не давали интервью ни российским, ни британским документалистам. Мы первые, с кем они согласились говорить о своем деде. Мне было лет 15 или 16, когда он гостил у Ольги Львовны. И мы тоже приехали к ней на каникулы. Ольга Львовна Барановская стала женой Керенского еще в далеком 1904 году. Они обвенчались в Воскресенской церкви села Клинки Казанской губернии. Через 10 месяцев у молодых супругов родился первенец, сын Олег. В 1907 году второй сын Глеб. Только вот революция, которую супруги так торопили, разрушила не только их страну, но и семью. В Зимнем рядом с Керенским оказалась уже совсем другая женщина. Она очень страдала, когда, здороваясь с людьми на улице, слышала в ответ: «Ах, теперь вы нас узнаете? Вчера, когда вы ехали мимо на министерской машине, вы нас не узнали». Она отвечала: «О чем это вы? Я никуда не ездила». Ольга Львовна, оставленная мужем, но сохранившая его смертельно опасную фамилию, всю гражданскую войну пережила в Петербурге. Мальчиков удалось пристроить в частную школу, где они учились в одном классе с детьми Троцкого. Школа была экспериментальная, модная, показательная, но это не мешало ее ученикам страдать от нищеты и недоедания. Школу посетила делегация британских лейбористов. Отец так никогда их и не простил. Это была знаменитая английская пара – Беатрис и Сидни Уэбб. Они входили в делегацию. Папа не смог простить, что они по возвращении рассказывали, в какой чудесной школе побывали. А его лучший друг умер от голода через несколько дней после их визита в школу. Это знаменитая история про английских интеллектуалов, которые побывали в школе. В тот день детям выдали новую одежду и ботинки, что было большой удачей. И вот дама наклоняется к маленькому мальчику и спрашивает: «Ну, малыш, что ты любишь больше всего на свете?» На что тот отвечает: «Мясо». Глеб Александрович на всю жизнь запомнил, что такое голод. Голодное детство серьезно сократило ему жизнь. Когда мне было лет 7-8, я в пылу игры прибежал на кухню и закричал: «Мама, умираю с голоду!» И тогда бывший там же отец заметил: «Голод полезен для души».
В 20-м году Олег болел тифом и находился при смерти. Глеб почти умирал от дистрофии. Ольге Львовне удалось купить эстонский паспорт. И она с двумя детьми предприняла отчаянную попытку покинуть родину. Они ехали в поезде. Их остановили и обыскали. Но не всех обыскивали. У нее был с собой золоченый карандашик, на котором была гравировка. А.Ф. Керенскому от его почитателей. Солдат, который их обыскивал, забрал карандаш и сказал: «Возвращайтесь в поезд». Она говорит: «У вас мой карандаш». Он ответил: «Я оставлю его на память». И им разрешили ехать дальше. Много лет она не соглашалась юридически оформить их развод. Но Керенский добился развода. И в 40-м году женился на австралийке Нель Триттин. Вторая жена была на 2 года моложе младшего сына Керенского и на 28 лет его самого. Но в 1946 году Нель умерла от рака на руках у Керенского. И он вновь остался в одиночестве. В 60-е годы, окруженный неприязнью и насмешками, почти ослепший, Александр Федорович стал время от времени посещать бывшую жену, детей и внуков. Ради сыновей Ольга Львовна терпела эти визиты, хотя они давались ей непросто. Бывали дни, когда она вообще не хотела ни с кем разговаривать или без конца только повторяла. Когда она бывала не в духе и целый день молчала, мама подталкивала меня: «Поговори с бабушкой». Но когда тебе 10-12 лет, не так-то просто поговорить с бабушкой. К тому же она была глуховата, приходилось громко кричать, а она переспрашивала. И тогда приходилось кричать еще громче. Последние годы жизни Керенского прошли в Америке. Это было непростое время. К обычным старческим немощам добавились горькие воспоминания и почти всеобщая неприязнь. Я был на кадетском балу. Был такой ежегодный кадетский бал в Нью-Йорке. И сидел за столом, где, ну, просто взахлеб ругали Керенского, называли его не иначе, как Александра Федоровна или Федоровна просто. Кто-то сказал из них, из этих так называемых кадетов: «А Федоровна-то жива она еще или померла?» И кто-то сказал: «Да слава тебе, Господи, померла». Они ошибались. Бог отмерил ему поистине долгий век. Но жил ли он по-настоящему все эти годы, посвященные исключительно воспоминаниям о прошлом? Жизнь осталась там, она там осталась. На белом коне он был только там, в галифе. Все остальное – это было доживание этой жизни. Но при этом жизнь настолько огромная, что он вольно или невольно стал свидетелем этих гигантских перемен. От царя Николая II до Брежнева, представим только. С ума сойти. Керенскому в 35 лет удалили почку, что не помешало ему прожить почти до 90. Удивительное дело, он всегда был больным с детства. Он никогда не отличался богатырским здоровьем и прожил гораздо дольше, чем богатыри его ровесники. Нина Берберова поставила Керенскому жестокий и точный диагноз – человек, убитый 1917 годом. Отметим, однако, что пережил он всех – свергнутого русского царя, свергнувших его самого Ленина и Троцкого, белых генералов Корнилова, Деникина, Врангеля, красного генералиссимуса Сталина. Он пережил эсеров и кадетов, монархистов и социалистов, всех, с кем водил знакомства и соперничал в борьбе за власть. Весной 70-го года Керенский оступился на лестнице и упал. Итог – перелом тазовых костей. В госпитале Керенский провел 7 мучительных недель. Он просил принести ему яд, отказывался принимать лекарства. В конце концов, он умудрился сорвать с себя бинты, и врачи констатировали, что он покончил с собой усилием воли. Умер Керенский 11 июня 1970 года, без четверти 6 утра, на 90-м году жизни. И вот чудо.
Ни в чем не ведающие согласия русские эмигранты впервые проявили единодушие. Не позволили его хоронить на русских кладбищах США. Пришлось сыновьям поспешно и тихо перевозить его через океан в Англию. Теперь Александр Керенский лежит в земле Британии. Православный, на кладбище для лиц без вероисповедания. Российский гражданин и в изгнании отказавшийся сменить подданство на чужбине. Неверный муж, бок о бок с первой женой. Прожив жизнь врозь, упокоились они рядом, в парной супружеской могиле. Белые русские кресты между серых кельтских заметны издалека. Обычно здесь на надгробных памятниках не бывает фотографий, но на этой могиле фотография есть. Причем чья-то рука написала на ней: «Последний хороший русский». Так это или нет? Но из русской истории Керенского точно не вычеркнуть. Одна из послереволюционных питерских газет, захлебываясь от восторга, закончила очередной панегирик Керенскому словами: «Если бы не он, мы бы не имели того, что имеем». И сама того не ведая, точнее всех, определила масштаб его воздействия на будущую историю. И Керенский – это своеобразная для нас расшифровка того, куда может Россия пойти и что может случиться, если мы будем безответственны по отношению к этой стране. По всей вероятности, к концу своей жизни Александр Керенский переоценил многое из того, что когда-то было им сделано. Как-то отвечая на вопросы корреспондента по поводу очередной годовщины Октябрьской революции, он сказал: «Вы спрашиваете меня, можно ли было избежать победы большевиков в 1917 году? Можно было. Однако для этого надо было расстрелять одного человека. Корреспондент: Ленина? Керенский: нет, Керенского». That is now is time to study the communistic movement and to understand it, not by different legend created during these long years, but by the documentary sources, as for instance this film. В ноябре 17-го, вскоре после большевистского переворота, поэт Волошин написал пророческое стихотворение, в котором невероятным образом предсказал будущее России в 20 веке. И вырастало оно, как он в числе первых догадался, прямиком из бравурной февральской увертюры, из оглушительных речей нашего героя. «С Россией кончено. На последях ее мы прогалдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях. Распродали на улицах. Не надо ль кому земли, республик да свобод, гражданских прав? И родину народ сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи, разверзни, расточи! Пришли на нас огнь, язвы и бичи, германцев с запада, монгол с востока. Отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до страшного суда».